Комитет охраны тепла. Так называют себя музыканты из города Кенигсберга, которые выступили на 15-м туре фестиваля «Музыка в стиле Кин» 25 февраля 1995 года в кинотеатре «Братислава». Фильм производства телекомпании CMT. Oh, you're not a good one, not a girl. Oh, you're not a good one.
Yeah.
спит огромная ваша страна. Мишка спит, рыбка спит, на посту пограничник стоит. Подумал,
Мишка, да был не конец, я возвращался в небес. Я сам себя сын и брат, и крестный отец, стал другими стенами. А где-то тепло, а где-то тепло, а где-то тепло. Если я виноват, это был мой последний. Боролись, опять попали.
только власти дорвались, духовные рабы и красный террор. И не люди в серых халатах танцуют кровавый рок-н-ролл. Железные нервы калечат дубиной, но ты молчи на лугина. Уставший бродяга, держись. Но мы опять попали. Опять попали. Гитапа уберите. Почему на окне? На окне твоем решетка, если в море вода, значит, там есть подводная лодка. Здравствуй, Дедушка Мороз! Бородать воды, а почему кровавый нос? А в мешке гранаты, я хочу стать камнем. Там, на игрушечной войне.
Она танцует розовый балет.
а дождь как дворник, следы смывает, а дождь как дворник, следы смывает. Розовый балет, розовый балет мой, розовый балет. Когда ты утром прорезаешь глазки и покидаешь клады сна, мечтаешь о больничном для обмотки, напоминаешь мне больновца, напоминаешь мне больновца. Розовый балет, это твой розовый балет, розовый балет, розовый балет. Thank you.
Туда, где дорога, не верю.
Думаю всегда сама. Беги от меня, пока ты нравишься мне. Беги от меня, пока ты одета. Скажи мне нет, ты останешься со мной навсегда. И если ты забуду тебя, и если случайно в трамвае встретишь меня, не подходи. Это не я. Но тебе говорят, ты рожденная ползать не верь. Тебе говорят, ё, но ты не верь. Не верь и беги, я заставлю тебя летать. Не верь и беги, я заставлю тебя. Ты вернешься ко мне, молча, голодная и голая, но кто-то другой откроет тебе дверь. Откроет новую дверь. Не верь ему, беги от меня. Я твой танца,
Матер! Спасибо! Летучий Владимир Камаев, поэт, музыкант и менеджер, участник и организатор фестивалей «Рок Вече Рок» и «Музыка в стиле Кин», трагически погиб 18 декабря 1993 года.